троллейбус БКМ 420 Витовт. В Туле есть 10 таких троллейбусов 2012 года выпуска. Все они построены на заводе «Белкоммунмаш» в городе Минске. А выпускались они с 2007 по 2013 год. Особенность этого троллейбуса в том, что у него, в отличие от большинства нормальных троллейбусов, измененная компоновка салона. В частности, у него две двери вместо трех. Это привело к увеличению времени посадки и высадки из троллейбуса, а также к удлинению колесной базы, так как теперь колеса находятся не в середине между первой и последней дверью, а по краям троллейбуса, что плохо сказалось на его маневренности. Видимо, по этим двум причинам, плохая маневренность и неудобный салон, этих троллейбусов и было построено всего лишь 54 штуки. Да и осталось их достаточно мало. Можно встретить их в Туле, можно встретить в Калининграде, в Кишиневе, внезапно в Бендерах, в Минске. А также они были в Белгороде до того, как там закрыли движение троллейбусов. Не имея на то ни одной веской причины, естественно.